Добрый день. Мы на месте гаубичной артиллерии. Вот в спешке забыли ребята стринги. Это, видно, команда Ляшко. Вот они, стринги, чаечки называются. Вот они, гляньте. Красно-белые такие. Красно-белые стринги. Ляшко любит да только ладно. Симпатичных мальчиков. Там, зачем ты его на ствол вешаешь? А вот они подбревали мошонки. 100%. Вот. Идемте. Вот они, снаряды. Сколько они выпустили по городу. По городам, по мирному населению. Боеприпас. Вот это все пустые ящики. Бросили. Вон, гаубицу бросили. Ну вот, все вот эти гильзы, это все снаряды. По мирному населению. Я думаю, сепаратистов мало пострадало. Фактически никого. В основном только дети, женщины и старики. Вот как любит Порошенко свой народ. Прошу обратить внимание. Крупным планом. Укропы лопату оставили, вот пожалуйста. Да. Возьмем с собой, пусть будет. Да, лопаты нам нужны. Стринги их выпускают, им стринги выдают. Вот целый боеприпас. Ну вот этот я тебе... Целый, Саша. Целый, да? Да. Нам да. Не надо? Надо. Можешь забрать. Куда вы это? Нет, тут пустой ящик. Мне б, чтоб урожай собирать зерновые, они тут устроили. Это для АБСЕ. Как там, АБЕС. Вот. Геноцид это или не геноцид? Мне б, чтоб хлеб убирать, а они устроили здесь. Сокращают население, выполняют одну из целей и задачи американцев. Сократить население. Разбитые, ой, вот это все снимает, а фотографии все будем в штаб передавать. Вон там, вон блиндаж их. Можно было туда зайти.